Добрый день, уважаемые любители рыбалки. Мы наконец-то на речке. Погода великолепная. Товарищ поймал карпа, где-то кило 200, кило 300, на вот такую вот снасть. Скользящая кормушка, крючок внизу, крючок вверху. Заполняем его горохом. Горох смешан с прикормкой, и он получается клейкий, ну как на фидер. И на крючок тоже горох. Вот один. И второй. Вот такая вот получается снасть. Вот она лежит. На дне горох пылит, работает. Вот смотри, тут ожидает его засада. Так что, близко что ли взял? Да, я тебе говорю, 5 метров кинул. Где он, я его не вижу. Саш, хороший. 5 метров открыли. Я просто на просто так откинул, блядь. Думаю, что просто не заебываться надо. Это что, за макушатник или что? Нет. Видишь же кормушка? А, пружина? Да. Вечерний чай. Ну что, прошла ночь. Ночь нам принесла 3 карпов и где-то штук 6 карасей. Нормальная ночь. Утром уже закормились. Сейчас будем смотреть, что нам принесет утро. Плыви, расти. Ты смотри, 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 что они делают. Ага. Тюлька, это слышишь? Больше, чем это змеюка. Ага. Она ее схватила и вперед. Саша, это очень дальний заброс. С какой глубины я его достал, ну? Это почти вот там, где хлопец стоит. Чуть-чуть до него не добросил.
И шо? Подсак давать? Ну и чё ты вылез на мостик? Я ухожу. Ты его поднять можешь? Слышишь, бонус на окончание рыбалки. Я уже вообще не... Зашибись! Получилась спортивная рыбалка. Так, все. Будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. Рыбалка получилась классная. И ничего страшного. А вон она, падла, поплыла. Андатра это. Классно. Прогрызла. Даже я ее и не видел, когда она это сделала. Всю же ночь возле нее крутился. Да. Обидно. Досадно, но ладно.